Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу, как можно использовать ненужные жесткие диски. Вот я взял два диска. Один старенький Макстер с низкими оборотами вращения и Seagate SATA-шный 7200 оборотов. Значит, прежде всего диск надо разобрать. Для этого подъедется отверточка звездочка. Откручиваем по краям корпус диска, верхнюю крышечку, вот так вот, и также один или два винта по центру, они обычно заклеены. Снимаем крышечку, также этой же звездочкой откручиваем винты, стягивающие блок дисков, снимаем диски и вставки, которые между ними вот такие вот лежат. И на диске наклеиваем наш абразивный материал. Вот я наклеил на один войлок, офицерская шинелька. Клеить все надо под прессом обязательно. Потом вот на этот наклеил мелкую наждачечку такую вот. Потом аккуратненько скальпелем центральную дырочку вырезаем и обрезаем по кругу. Вот на этом у меня кожа от мягенького кожаного плаща. А вот здесь вот тоже войлок. Тоже шинельное сукно. Под диски кладем вот эти вот промежуточные колечки. Они очень хорошо вставляются. И закручиваем шайбой стягивающие диски. Вот здесь я три винтика закрутил. Здесь два. Вполне достаточно. Сжимается очень хорошо. Теперь покажу, как это работает. Прошу прощения, блок питания очень сильно шумит, так что шум немножко поменьше, чем пока слышите вы. Вот, берем пасту ГОЭ. Конечно, давить сильно нельзя, но вот что-то полировать просто отлично. Так что очень удобная вещь вот для мелких каких-то полировальных работ. Или вот, например, бритву править. Вот надо будет попробовать тоже. Но, по крайней мере, не выкидывается полезная вещь. Пардон, у меня старенький диск периодически почему-то останавливается. Ну, наверное, что-то с электроникой у нее. Ну, перезапускается потом. Вот, включил-выключил, и снова все крутится. Вот возьму посеребренный разъемчик ВЧ. Полируется хорошо, блестящая получается поверхность.